За 9 месяцев администрация города провела 14 аукционов. Их результаты сегодня озвучили в городском комитете по управлению имуществом Чебоксар. Благодаря аукционам пополнялся бюджет столицы. 10 аукционов проводилось на право заключения договоров аренды земельных участков. По их результатам в казну поступило свыше 33 миллионов 600 тысяч рублей. Еще 4 аукциона прошли на право заключения договоров развития территорий. Проще говоря, на данных участках запланирован снос старых домов и строительство новых. Среди них территория на Богданке и в коммунальной слободе. В ходе данных аукционов, по сведениям горком имущества, казна города пополнилась еще 70 миллионами рублей. Само проведение аукционов показывает о том, что цены растут на земельные участки, в бюджет поступают денежные средства. Также хочу сказать о том, что вся информация о проведенных аукционах у нас размещается на сайте торги.гуф.ру, в газете «Чебоксарские новости», на сайте администрации города, на сайте горком имущества. И открыта вся информация, подробно расписана. Каждый желающий может участвовать на аукционе.